Ну, собственно говоря, смотрите, что здесь происходит. Ворота они заблокировали, вон поскольку машина ушла. Это катастрофа, я такой еще не видел. Вообще аналогов не имеет. Просто что-то с нечто. О, кстати, машина-то с приоткрытым этим стоит. Тут сейчас вообще неизвестно, что будет с домом. Надо звонить куда-нибудь в МЧС, пускай они откачки какие-нибудь присылают. У нас сейчас дом затопление, смотрите, произойдет. Вообще это опасность вообще для дома. Городской сель сошел на дорогу на улице Мневники, что на западе столицы. Мощный поток воды, смешанный с землей, грязью и камнями, обрушился на трассу, в буквальном смысле смывая машины. Некоторые автомобили почти полностью погружались под воду. Как сообщили в диспетчерское управление Мосводостока, на 20.00 19 августа поступило 72 заявки по скоплению воды, больше половины из которых уже ликвидированы. Ну а накануне МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды на вечер пятницы. Как сейчас сообщают в Росгидромете, в предстоящие выходные вновь повсеместно пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться в отдельных районах грозой.